надо вдвоем, наверное, сделать. Смотри, два рычага. Давайте правый, мне левый. А где он? Вот этот? Чё, готов? Давай, зажимай. Ой! Ой! Сопарник уже у стрелки. Ой, я побежал, она на меня. Ой, я не знаю, что сделать. Куда, куда? А! Ох ты ж, блин! Не люди повылазили. Блин! Что делать? Я побежал. Здоровый тебе помощник. Ты гонишь, что ли? Я вообще-то эту буровую установку остановил. Что? Да, молодец. Хороший тебе помощник. Что делать? Что там делать? Ты монстрами занимайся. Resuming operation in 5, 4, 3, 2, 1. All hands, clear the deck. All hands, abandon drill, abandon drill. Да, покинуть-то. Ты изоми. Вот это цвета музыка. Ага. Надо собрать все добро. Jesus, I really thought that was it. Че ты угораешь? Смешно. Fuck this planet. Come on, let's get out of here. Сраная планетка. Окей, Элли. Окей, Элли, мы идем. Is everything okay? Oh, yeah. За тычки льдут. It's just been a wonderful trip so far. Robert's not usually like this. I don't know why. Just let us fight it out, okay? One of us will win eventually. Did you find the experiment? Yes. And? Ты нашла эксперимент? Эксперимент. Эксперимент, да. Да, нашла. Скоро будем. Это артефакт, сохрани его нам, да? Экскремент твоего воздыхателя. Ужасно, фу, гадость. Тихо. Я представь, что ты держишь, коллекционируешь у себя дома экскременты своей девушки. Ну а чем мы это по-твоему занимаемся? Фу. В банке поди, что ты собираешь. В банке, трехлитровые. На полочке. Нельзя так там брать. Это, подходишь к туалету. Ты покакала? Она такая, да, не смывай. С черпаком заходишь, так вылавливаешь и в банку трехлитровую. Да, так оно и происходит. Ну, у каждого свои причуды, что поделать. Это мой его не понять. Это хобби у тебя такое. Это как в Саус-Парке, это свои заботы, да? На работу приходишь, какое у вас хобби? Да, я собираю говно своей подруги. Ну, более культурно, так, экскременты. Экскременты. Я, Гагарин, с тобой не общаюсь больше, я пошел дальше. Погоди! Ты же слышишь, скафандр? У тебя ты вот говно в банку собираешь. Причем не свое. Если б свое, я бы еще понял. Уникальная возможность собрать говно в банке. Подожди. Вау! Неполная зарядка. Isaac. Да, это розетку. Вот, добавлено задание. Сейчас почитаем. Нам не запустить зонд в это существо, охренеть, пока оно заморожено. Где-то рядом должна быть хрень для нагрева. И что нам сделать надо? Ты разобрался, нет? Одна туда нам идти, куда показывает.
Я не знаю, куда показывать. Ты так руку держишь, там голубой пучок такой в руке. И все. Оп. Вау, тут что-то есть. Записки ученых. Личный дневник. Да. Сегодня я посрал, да? Доктор Эл Сирано. Плодовито. Че, в гардероб? Да, да, новый костюм? Ну-ка. А да, гардероб... костюм археолога был разблокирован. Гардероб-то только один. Я посмотрю, я костюм археолога. Вон, желтенький. Как ты любишь. Да. Ой-ой-ой, ой. Приятно. Я расслабься и получай. Археологию проводят в моем анусе. Во. Видишь, какой я стал? Во. Желтенький. Ну-ка, а я, дай я красненький. Погоди. Стану. Как яблоко. Надо проверить эту броню, не получается. Все, ничего не надо. Тебя некроморфы обоссали. Не, я хочу вернуть арктическую разведку. Вот это жесть. Ты чего? Ой-ой-ой. Там такое творится, я в щель гляжу. А я смотрю, здесь два пучка электричества гуляют. Тебе такой кляп подходит, интересно. Ну-ка. Ну ничего так, жить можно. Я возьму этого, как его, арктически. Старые разведки. Мне он нравится, арктическая разведка. А мне вообще элитный нравится. Одевай элитный. Он такой прям элитный. Одевайся. Элитный. Одевайся в элитный. Хотя лучше обратно, наверное, арктический. Вот этот как-то более такой вот суровый такой. Нормальный. Пошел вон из магазина. Ты что делаешь? Моя очередь. Я пойду ящики посломаю. Ага, я их уже сломал. Ты коварный. Не, я обратно в арктический оденусь. Так и быть. Мне ноги зажали. Да, тебе, но. Чтоб тебе там сказкой не казалось. Во, ты более-менее на человека стал похож. После уринотерапии? Да. После уринотерапии ты чувствуешь себя человеком. Мега-человеком. Ты прям супермен. А то. Пойдем. Погоди, я улучшение делаю. Все, не могу. Я броню себе увеличил, да. Мне остался только один лот на броню. На 3 сантиметра. Ой. Твик. Куда мы едем? Ну чё, волосатенький? Ты мне... Не смотри на меня так, я стесняюсь. Так на меня смотришь. На железного человека похож, кстати. Я тоже? Охренеть. Нет, ты не похож. У меня рожа как у железного человека, смотри. Не, не похож. Да ты достал. Я хорош. Не, не хороший. Нам на выход. Ты понял, я хороший, я здесь от ногу отстрелю, если не еще раз скажу. Что это такое? Открыть. О! Батарейка? Подожди, а там коробочки. Не нравится мне это. Че там? Кто-то прошипел. Я понес. Давай. О, давай, убей его. Куда это нести-то? Да положь пока. Да, он еще я найду, я идет. Найду. Я найду и куда это воткнуть.
Ой-ой-ой! Нашел? Козел! Козел! Базилин забрал его. Судя по голосу, это моя бывшая. Последняя? Не совсем. Я наверх. А, ну не надо наверх. По-моему, они все там собрались. Все наши души. Я пошел. Пошел. О! Вон там вроде можно... Она сношается. Я воткнем. Как это воткнуть? Как дальше делать? Ты неправильно делаешь. Ну да, делай сам. Пошли обратно. Ну как это? Опа. Я хотел воткнуть. Нашел. Оно будет жить здесь. А, хорошо. Угу. Тик-тирик-тик-тик. Вот, наверх наверняка. Где там батарейка? Она там. Где? Ну я ее там оставлю. Тащи ее сюда. Блин. Почему вы все такие злые? Какая-то музыка играет. Спасай меня. А у меня само тут весело. Я не знаю, я тебе сейчас его покажу. Хватай меня. Погоди. У тебя никого нет, что ли? Нет. Везунчик. Ай, есть! Вот давай с ними лучше разбирайся. Нет, держи у себя там батарейку, не торопись. Ты где там? Хера ты убежал. Ты где? Вернись ко входу, ты где? Да блин, ты достал. Я сказал, держись там с батарейкой у входа. Я иду. Пусти батарейку. Отпущу. На. Отпусти. Втыкай. Она не втыкается. О. Открой. Принцип папа-мама, но что-то не работает. Наверное, тут папа, папа-папа. Необычная такая папа, система. Да? Папа вроде ты бы. Ты что там папа. Стреляешь? Людей. Жестоко. Там кто-то шепелявит. Да, нам обратно пошли. Ветер поднялся. Как будто мне сегодня на работу. Ой-ой, меня и насилуют. Насилуют. Не сопротивляйся. Нет. Тебе понравится. Нет. И главное, тебя за это не посадят. Я ей шею сломал. А вдруг она еще раз захочет, а ты ей шею сломал. Как же? Isaac, are you all right? Да, конечно. Меня только что чуть не засиловала сумасшедшая старушка. Бабуля. Бабуля. Бабуля, вы хоть подмылись? Решили поворковать между делом? Да-да-да. Запустил котел. Он уже возвращается. Слушай, а почему везде лифты быстрые, а этот какой-то самый медленный? Это особенный лифт. Лифт для разговоров. Ага. Вот, смотри, везде питание появилось. А сюда, если подойти, она откроется? Иди сюда.
Уровень общего доступа, но закрыто. Хрен тебе говорит. Мы очень просим. О, там компьютер. Да, мы уже слушали его. Открывай. Isaac, the heat exchangers are powered up now, but the specimen is fully. Is there something wrong with the mechanism? О. Yeah, I think it's frozen. Пошла зарядка? Maybe it will work free by adjusting the pressure of the pipe. Hang on. Ты что делаешь? А что делать? Давай по очереди. Второй. Так, третий. Четвертый. Сколько там 30%? Давай опять первый. Второй. Я думаю, что такая система должна быть. Нет, здесь неправильно. Поэтому... Но она же не обрывается. Давай. Вот оборвалась. Может, надо быстрее? Давай, твои первые два мои. Первый, второй твои, третий, четвертый мои. Давай. Она оборвалась, потому что разряжаться начала. Ну ты чё так долго? Быстрей. Давай, второй. Ну, шевелись. 20%. Первую. Запускай. Вторую. Первую. 50%. Давай, давай, давай. Геморрой, да? Первую. 60%. Давай. Давай. Да я слежу за тобой. Давай, первую. Херней страдаем. Давай. Блин, она падает. Давай. Давай. Подожди. До конца делай. А, все поворачивай, пофигу вообще. Все поворачивай. Давай, все поворачивай. Первую, вторую вообще без разборов поворачивай, не жди меня. Давай, пусть он скипит, этот котел. Зажигание. Включаю. Да, паровоз поехал. Да. Сейчас тепло будет. Хорошие новости. Некроморфы служат. Служат. Пошли. Я не могу. О, могу. Еще растает. Я вот эта хрень растает, которая с ногами, видишь? О, что у нас здесь новое? Встретитесь с Сантосом. Сантой Клаусом. О, бот принес мне. Радость. Так, нам куда? Нам в лифт. Я продаю дещи. Как всегда, задерживаешь весь процесс. Не мешайся. Я все продал. Не целься в меня. Я в тебя поцелюсь. Это к тебе. О, негритяночка. Здравствуй. Over here.
коварная. А это твоя? Тетенька. Она, смотри, она чертеж, про который я говорил, не вижу ни одной подходящей детали для сенсора. Она закрылась и не пускает нас к себе. Угу, за прилавком. Она в безопасной зоне. Она читает это планшет, который темно, и ничего там не видно. Как она читает? Она грибов наелась. Где другой склад? Скорее, там замок. Охрана, пенсионер с ружьем в тулупе. Но ты с ним быстро справишься. Можно будет поджечь, как-нибудь его откроют, залезем. Так, нам куда? Оп, нам туда. Нам обратно. Совсем обратно? А, сюда. Стой, погоди, мне не нравится эта идея, я хочу походить, посмотреть, что здесь есть. Ну, пойдем. Смотри, а здесь реально вон какой-то гарпун. Мы будем херачить по нему. Я аптечку нашел. О, бухло. Я говорю, не все здесь просто так. Так, а нахера мы его размораживаем? Было бы хорошо. Может, он там что-нибудь нам скажет там. Спасибо вам, земляне. Да, конечно. Пиздуйте с Богом, закинет себе в рот и разжует. А зачем нам его ради этого будить? Мы же не знаем, ради этого мы его будем или нет. По-моему, негритянка что-то не то задумала. А ей фетиш не хватает. С лазерами и некроморфами. Да. Так. О, открыли дверь. Ой, самый быстрый лифт, давай. Не, он медленный какой-то. I've been able to decrypt several of Dr. Serrano's logs. And he references someone named Rosetta as being instrumental in... На лифт? Давай не спи, нефиг спать. Мы должны спасать планету от злых монстров. Твои жены это не монстры. Их много. Это ты монстр. Так поступает со своими женами. Мне можно, они мои. Ты сексист. О! Сектанты! А, они умерли, не стреляли. Они сожрали таблетки. Волшебные таблетки. Блин. Он аж пухнул на прощание. Да давай-ка я по нему топну. У них ведь должны это, того. После смерти желудок облегчается. И все, артефакты. И все говнище хлещет снаружи. Где артефакты? Ну, если обосрались, это, наверное, артефакт. Не знаю. Ладно, пойдем. Еще лифт. Вау! Сейчас зима. Похоже, вон туда. Дракончик. Ух ты, женщина. Она же мертвая, что я за ней иду? Там была женщина, да? Смотри, когда придурка, а может нам стоит взглянуть? Пойдем взглянем. Жена, наверное, была. Получено, следуйте. Ну пойдем взглянем. А, нам налево, она налево. Не, нам направо, пошли посмотрим, она налево пошла. Мы догоним, там женщина была, я тебе отвечаю. Целая, еще невредимая, никем не тронутая. Я первый. Не люблю БУ. Я с тобой не поделюсь. Ой, здесь кокон. Это, наверное, она скинула. Еще вон кувыркается с бока на бок, свеженький. Ну ладно. Пошли. Ты такой шустрый. Там женщина, ты че? И никто ее еще не танцует. Ни ты, ни тот капитан. О, вот она.
Иди сюда ко мне, иди, иди, иди сюда. Где она? Она в дверь ушла. В эту? Смотри, солдатик. Он мне показывает направо. В какую дверь она ушла? Сюда? Да, не трогай солдатика. Здесь нет солдатика. Вот он с ложкой столовой стоит. Ты что, не видишь? Да нету. Ну, пойдем. Солдатика кого-то увидел. Она сюда пошла? Да, женщина целая. Она замерзала, надо ее согреть. So what the hell is this place? Hey, you tell me. You're the one that brought us here. Слушай, ты 100 пудов это глюки ловит, yeah. Потому что я ничего не видел. Да, ты не веришь мне, это была женщина настоящая. You coming? С сиськами. Yeah, sure. Хотя... Я не видел, что там в штанах. Давай, заходи. Куда идти? Нам сюда? Я не знаю. Ну, пошли проверим. Охренеть, ты глюки видишь, а я не вижу ее. Это не глюки, это женщина. Пойдем. Не, мы назад вышли. Пойдем за женщиной. Мы без женщины не вернемся, понял? Ты меня понял? Понял, понял. И не ты, не твой сраный план по спасению этого мира. Ой, смотри, ящики опять целые. Че за глюки? Ну, у нас тут один единственный путь сюда. Забавно, можно туда-сюда выходить, и ящики будут каждый раз целые. О! Ой. Ты чё видишь? И ничего я не вижу. Заклинило. Ой! Ой! Иди ко мне. Портреты! Какие портреты? Здесь ничего нет. Женщина с ребеночком. Ух ты, свеженький ребенок. Диана, а нет, Дилан, Айзек. Вы это видите? Ой, у них говно из глаз течет. Это ужасно. Ты когда-нибудь видел, чтобы у людей из глаз говно текло? Ты достал, я ничего не вижу. Да ну тебе. Айзек, ты что, не видишь, что ли? Говно из глаз течет. Нихера не вижу. О, еще солдатик. Где солдатик? Вот где он с ложкой стоит, пока туда идти. А видишь, гирлянда такая, здесь праздник какой-то. Да ничего я не вижу. Да ну тебя. Ты не понимаешь, это праздник. Праздник жизни. Может, у него сын родился. Блин, вы это как... Напарнику больше места надо. Вот здесь колпаки игрушечные, коробочки. Где? Да вот здесь везде, повсюду. И колпаки. Ой, ой, дети! Дети? Не знаю. Не похожи, это конечно. Твои жены. На тебе по щам. Здесь трупы вообще, здесь так гробы стоят. Какие гробы? Здесь праздник был. Какой праздник? Юбилей или поминки. Куда идти? Вот лежит коробка, обмотанная этой праздничной лентой. Колпаки лежат. Да нету здесь ничего. Да ну тебя. Пошли дальше. Вот опять. О, самолетик игрушечный. Слушай, я тебе больше не дам этот план курить. Красный самолетик. На нем написано R-45. Ты что, смеешься, что ли? Ты больной. Вот солдатик опять. Какой солдатик? А вот велосипед трехколесный. Хочешь покататься? Нет, не дам, на нем только одно место. Ты мне оставь то, что ты кушаешь. Ой, они сзади! Валите обратно в вашу канализацию. Откуда вы вылезли? Куда идти? Праздник. Прямо. Праздник, пойдем. Праздник нам приходит. Праздник нам приходит. Что здесь? Что ты видишь? Херь какую-то. О, зачем ты это сделал мне больно? Я не делал тебе больно. Это так было. Это естественно по природе. Первый раз всегда больно. Ты меня ведешь и хрен пойми куда. Мы идем правильно. Ой-ё! Нет, неправильно. Но у нас нет выбора, идем.
Во, здесь тоже праздник. Какой праздник? Кругом, кругом гирлянда. Слушай, по-моему, ты меня какие-то дебри завёл. Блин, меня насилует какая-то нехорошая женщина. Бабушка. У тебя там праздник. Бабушка-пенсионерка. А у тебя там праздник какой-то. Бабушкам-пенсионеркам грустно и скучно, одиноко, холодными зимами. Какой им же надо праздник? Как-то развлекаться. У что? Меня? Да. Новый год. Охренеть. Да. Так что мы идем праздновать все это дерьмо в компании некроморфов. Праздник у него там. Блин, я что-то там барахла кучу всякого набрал. Надо избавиться от этого.